Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно толпой нимф окружена стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, Онегин входит. Идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, все видел лицами, убором, ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул. И молвил, всех пора на смену, балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел. Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, еще снаружи и внутри везде блистают фонари, еще прозябнув, бьются кони на скуче упряжью своей, и кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони, а уж Онегин вышел вон, домой одеться едет он. Изображу ль в картине верной уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздетый вновь одет. Все, чем для прихоти обильный торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам за лес и сало возит нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа 18 лет. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада духи в граненном хрустале. Гребенки, пилочки стальные, прямые, ножницы кривые, и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав в всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай, деспот меж людей. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант. И то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил, и из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. Вот наш герой подъехал к сеням, швейцаром мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошел. Полна народу зала, музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота, бренчат кавалергарда шпоры. Летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры. И ревом скрыпок заглушен ревнивый шепот модных жен. Thank you.
Во дни веселий и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь. Я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Не то, избави Боже. Я это потому пишу, что я давно уж не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я балы б до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целой три пары стройных женских ног. Долго я забыть не мог две ножки. Грустные, охладелые, я все их помню. И во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне, безумец, их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Взлелеяны в восточной неге, на северном печальном снеге вы не оставили следов. Любили мягких вы ковров роскошные прикосновения. Давно для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточения. Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след. Но полно прославлять надменных, болтливы лирую своей. Они не стоят ни страстей, ни песен им вдохновенных. Слова и взор волшебник сих обманчивы, как ножки их. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует, перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет, я все грущу, но слез уж нет. И скоро, скоро бури след в душе моей совсем утихнет, тогда-то я начну писать поэму. Песен 25.
Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленский, с душою прямо геттингенской, красавец, в полном цвете лет поклонник Канта и поэт. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны между собой. Сперва взаимные разнотой, они друг другу были скучны, потом понравились. Потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первый каюсь я, отделать нечего друзья. Но дружбы нет и той между нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений. Хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой, поэта пылкий разговор и ум, еще в суждениях зыбкой и вечно вдохновенный взор. Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет, пускай пока мест он живет, доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет и юный жар, и юный бред. Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь в свою череду, все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем, отрывки северных поэм. И снисходительный Евгений, хоть их немного понимал, прилежно юноше внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Уж от их мятежной власти Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волненья и, наконец, от них отстал. Блажен не тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой, ревниво не тревожись мукой, и дедов верный капитал коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их своевольства или порывы, и запоздалые отзывы, смиренные, не без труда, мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он сердце шевелит. Так точно, старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя, свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви молодую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наше лето уже не любят. Как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, не долгие лета разлуки, не музам данные часы, не чужеземные красы, ни шум веселья, ни науки души не изменили в нем, согретый девственным огнем. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела. Как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан, все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой.
Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печально, молчаливо, как лань лесная, боязливо, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый. Но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой. И не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена же его была сама от Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона. Не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Лавласу предпочла. Но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених ее супруг. Но поневоле она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу. Но не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И чтоб ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает, кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, сердясь. Все это мужа не спросясь. Но муж любил ее сердечно. В ее затеи не входил, во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходилась соседей добрая семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позлословить, и посмеяться кое о чем. Проходит время, между тем прикажут Ольге чай готовить. Там ужин, там и спать пора, и гости едут со двора. И так они старели оба. И отворились, наконец, перед супругом двери гроба. И новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верную женой, чистосердечнее, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: «Смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир». Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколения по тайной воле провидения восходят, зреют и падут. Другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Покамест, упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда.
Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить,
судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с неизъяснимой отрадой невольно думала о том, и в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи, она сказала: «Это он». Увы, теперь дни и ночи, и жаркий одинокий сон — все полно им, все деве милой, без умолку волшебной силой твердит о нем. Докучно ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги в уныние погружена. Гостей не слушает она и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисы, Юлии, Дельфины, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь. Ты пьешь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий. Везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушил и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушил умильный вздор, безумный сердце разговор, и увлекательный, и вредный? Я не могу понять. Но вот... Thank you.
Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Мечтам и годам нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая нева мечтами легкие мечты. Так деревца свои листы меняют с каждую весною, так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство. Хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его честили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. А что? Да, так. Я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке, вралем рожденной и светской чернью ободренной, что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, которой бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и задей не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой. Он вас так любит, как родной. Читатель благородный, здорова ли ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтобы остальное время года не думали о нас они. Итак, дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных, надежней дружбы родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так. Но вихрь моды, но своенравие природы, но мнение светского поток, а милый пол, как пух легок. К тому же мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает вмиг увлечена. Любовью шутит сатана. Кого же любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один, кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин, кто клеветы про нас не сеет, кто нас заботливо лелеет, кому порок наш не беда, кто не наскучит никогда. Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя. Достопочтенный мой читатель, предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. Но вот багряную рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях, в передней толкотня, тревога. Гостиной встреча новых лиц, лай мостик, чмоканье девиц. Шум, хохот, давка у порога. Поклоны, шарканье гостей, кормилец, крик и плач детей. Пошли приветы, поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость, в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей. Но как-то взор его очей был чудно нежен. От того ли, что он и вправду тронут был, или он, кокетствуя, шалил, невольно ли, или из доброй воли, но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Но чай несут. Девицы чинно едва за блюдечки взялись. Вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейта раздались. Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвел Татьяну с Ольгой. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно, какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой, в негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет, но ей нельзя. Нельзя? Но что же? Да, Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла. Возможно, чуть лишь из пеленок. Кокетка! Ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленский снесть удары, проказы женские кляня. Выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. Враги, давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне
злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном, непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрелась их рука, не разойтись ли полюбовно, но дико светская вражда боится ложного стыда. Теперь сходитесь, хладнокровно еще не целя, два врага, походкой твердо, тихо, ровно, четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый, тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили. И Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить, но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искренне блистая, спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его. Напрасно, его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Дохнула буря, цвет прекрасный увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Есть место влево от селения, где жил питомец вдохновения. Две сосны корнями срослись. Под ними струйки извелись ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы в волны погружать приходят звонкие кувшины. Там у ручья, в тени густой, поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда стремглав верхом она несется по полям одна, коня пред ним останавливает, ремянный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись. И слеза туманит нежные глаза, и шагом едет в чистом поле, в мечтание погрузясь она. Душа в ней долго поневоле судьбою Ленского полна. И мыслит, что-то с Ольгой стало. В ней сердце долго ли страдало? Иль скоро слез прошла пора? И где теперь ее сестра? И где ж беглец людей и света, красавец модных, модный враг? Где этот пасмурный чудак, убийца юного поэта? Со временем отчет я вам подробно обо всем отдам. Но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят, и я со вздохом признаюсь, за ней ленивей волочусь. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду, наконец, увял, увял ее венец? Уже ли впрямь, в самом деле, без элегических затей, весна моих промчалась дней, что я, шутя, твердил доселе, и ей уже ли возврата нет, уже ли мне скоро 30 лет? Так полдень мой настал, и нужно мне том сознаться, вижу я. Но, так и быть, простимся дружно, о юность легкая моя, благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Благодарю тебя, тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне. Довольно, с ясною душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть. Thank you.
Настала осень золотая, природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей. Вокруг холмов брега с недвижную рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз. И рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани. Не идет она зиму встречать. Морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит и умиленными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, куда, зачем стремлюсь я, что мне сулит судьба моя?» Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем, по расчислению философических таблиц, лет через 500, дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой. Раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды и заведет крещенный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи. Мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают, трактиров нет, в избе холодный, высокопарный, но голодный для вида прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделие легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодная езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной «Дорога зимняя глотка». Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор в глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И дева наша насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они. Но вот уж близко, перед ними, уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы! Как я был доволен, когда церквей, колоколен, садов, чертогов полукруг открылся передо мною вдруг! Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось! Thank you.
И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день. Представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалече, повсюду ласковая встреча, и восклицание, и хлеб-соль. «Как Таня выросла! Давно ли я, кажется, тебя крестила? А я так на руки брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила!» И хором бабушки твердят: «Как наши годы-то летят!» Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Все в них так бледно, равнодушно, они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей не вспыхнет мысли в целые сутки. Хоть невзначай, хоть наобум не улыбнется томный ум, не дрогнет сердце, хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Ее привозят и в собрание, там теснота, волнение, жар, музыки, грохот, свеч блистанье, мелькание, вихрь быстрых пар, красавиц, легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест, обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг: шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит, волнение света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам и в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, забытый свет и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули и локтем Таню враз толкнули. И каждая шепнула ей: «Взгляни налево, поскорей!» «Налево? Где? Что там такое?» «Ну, что бы ни было, гляди! В той кучке, видишь, впереди! Там, где еще в мундирах двое! Вот, отошел! Вот, боком стал!» Кто? Толстый этот генерал? В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах весной, при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил. Успех нас первый окролил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И ныне музу я впервые на светский раут привожу. На прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу, сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойный, и это смесь чинов и лет. Но это кто? В толпе избранной стоит безмолвный и туманный. Для всех он кажется чужим, мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что, сплин или страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он? Так точно, он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился, или корчит так же чудака. Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока, чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, горольдом, квакером, ханжой, или маской щегольнет иной, или просто будет добрый малый, вот как вы да я, как целый свет. По крайней мере, мой совет — отстать от моды обветшалый. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем?
за то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветренная и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто страшным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век НН, прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собой одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпой идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей, предметом став суждений шумных несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным сумасбродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительные свойства, немногих добровольный крест. Оставил он свое селение лесов и нив уединения, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие, без цели, доступный чувству одному, и путешествие ему, как все на свете надоели, он возвратился и попал, как Чацкий с корабля на бал. Thank you.
Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верной снимок «Дю Камильфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише, пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать. Но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется «vulgar». Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест ново, и вряд ли быть ему в чести, оно б годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Ужели, думает Евгений, ужель она, но точно нет. Как из глуши степных селений, и неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Дни мчались. В воздухе нагретом уже разрешалась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его, впервые свои покои запертые, где зимовал он как сурок, двойные окна камелек он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях. На синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали, точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий, нет ни одной души в прихожей. Он в залу, дальше никого, дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна. Письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий всей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит, без удивления, без гнева. Его больной угасший взор, молящий вид, немой укор — ей внятно все. Простая дева, с мечтами,
сердцем прежних дней теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственные руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание, и тихо, наконец, она. Довольно, встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли вам была не новость смиренной девочке любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор? Не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь? Я плачу. Если вашей Тани вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам, и слезам, к моим младенческим мечтам. Тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам, а нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь, маскарада, весь этот блеск и шум, и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас. Да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я, меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана и буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим. Надолго? Навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли? Пора. Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, не друг. Я хочу с тобой расстаться нынче как приятель. Прости. Чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных? Отдохновения от трудов? Живых картин или острых слов? Или грамматических ошибок? Дай Бог, чтобы в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных сшибок хотя крупицу смог найти. Засим расстанемся.
Прости. Простишь и ты, мой спутник странный, и ты, мой верный идеал, и ты, живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта. Забвение в жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много, много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал, без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяной, милый идеал, о, много, много рок отъял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я. С Онегин моим. Thank you.
какую бурю ощущений нас погрузили. Елизавета Боярская. Евгений Миронов. Юрий Башмет. Марина Брусникина.